Юр, только я тебя прошу, давай сегодня без высшего пилотажа. Последний тестовый полет, к этому шагу 10 лет шли. Юр! Юра! Ну и что мы тут подснимем? Я под это не подписывался. Я не полезу туда. Оставайтесь тут, снимайте самолет. Что у вас? Журналистку поймали в 7-м секторе. Сетку порезали, представляете? Хочет взять у вас интервью. Пусть в офисе посидит. Говорит, что из издания «Людовед де Техник». Француженка какая-то. Француженка? Слушай, у меня идея. Давай ее на борт возьмем. Нам пресса нужна. Ты с ума сошел? Мы не можем брать посторонних. Юра! Мы 10 лет не спали из-за этого проекта. Хочешь все завалить? Короче говоря, выбирай. Либо я, либо она. Конечно, ты ген. Юра! Ты что творишь? Нельзя лететь без второго пилота! Это грубейшее нарушение инструкции! А это правда, что ваш самолет летит со 100-метровой площадки? Потому что я думаю, что вы просто набиваете себе цену. Штурвал возьми. Юра, ты нас всех погубишь! О, Ленуся, привет! Я думал, ты в министерстве. Почему он там один? Это нечаянно получилось, я не виноват. Гордеев, ты не имел права взлетать без второго пилота. Что ты делаешь? Нам выкатят штраф. Лена, а ты же в министерстве должна быть. А где здесь туалет? В конце салона. С кем ты разговариваешь? Да это музыка играет. Французский шансон. Раз, два. Лен, давай дома поговорим, а то с радиосвязью неполадки какие-то. Ах, с радиосвязью? Лена, радиосвязь вещь непредсказуемая. Радиоволны, они иногда накладываются друг на друга. Странно. И эффект бочки. Раньше все прекрасно работало. Ладно, Юрочка, ты, главное, приземляйся, а мы тут с механиками тебя встретим и разберемся. Что там с радиосвязью? И что с туалетами? Ты что-нибудь там трогала? Нет. Да. Я не помню. Поздравляю. Мы падаем. Так, падаем. Критическая высота. Я повторяю, критическая высота. Гордеев, прыгай немедленно! Сочетаешь до 3, потом дернешь вот это железное кольцо. Когда выпрыгнешь. А как же ты? Парашют. Один. Режимы проверил, аварийный тормоз. Лен, ты чего? Я очень испугалась. Сегодня танц, помнишь? Помню. Но тренер говорит, что мне просто не дано. Ванечка, я эту глупость слушаю уже 9 лет подряд от разных педагогов. Ничего, с каждым годом ты становишься все лучше и лучше. Мам. Что, милый? Что это? Где, милый, где? А эта мамочка беспокоится о твоей безопасности, Ваня. А что, маме надо сказать? Я не слышу, Ваня, не слышу. Спасибо. Вот. Только опять всех в классе угорать будут. Пускай угорают, пускай. А потом угорать будут высококультурные, образованные люди, понял? Вот так. Юр, а давай сегодня вечером дома останемся, побудем вдвоем. И что, будем вместе плести макраме? Или пялиться в телек? А почему бы нет? Давай завтра. А сегодня мы с Геной хотим отметить успешное испытание. Отлично. Подъемную силу создает что? Воздух. Когда самолет подъезжает, молекулы погнали. Позволяет создать разноскоростное движение молекул воздуха. Это понятно? Да. Молодцы. Теперь пишем. Как дела? В голове любовь, в сердце война. Какие планы? Может, в кино? Не знаю, завтра контрольная. Что-то я волнуюсь. А меня не парит. Я рожден волновать, а не волноваться. Что там происходит? Кузнецов, сядь нормально. Давай, за нас! За нас, Юр! Где-нибудь в Жуковском, а там еще немного и прованс! Ох, я вас всех поздравляю! Мы сделали это! Родные все лица! Рад вас видеть, коллеги! А что празднуем? Победу в тендере! Хорошо. Это ты его пригласил? В гробу я его увидал. А не рановато праздновать? Слушайте, ребят, а может быть, не будем доводить до тендера, а? Вы мне сговор предлагаете? Боже упаси, что? Добрый вечер, ваш заказ. Спасибо. Я вот что предлагаю. Помните, как в старину было? Для того, чтобы кровушку полков не тратить лишнюю, вожди выходили вперед и рубились друг с другом, пока кто-то с коня не рухнет. Я вообще по беленькой специалист, но с вами могу коньячком повоевать. Коньячком? А? Так переворачивай. Юр, не надо. Ген, домой езжай, сыновьям. У меня дочки. Тем более. Ваш ход, маэстро, прошу. Моему самолету аэродромы не нужны. Слетай хоть с детской площадки. Слетаем с детской площадки. Но вопрос все-таки есть. Это у меня лучше, да? Сколько народу может летать на твоем самолете уметь? Большой. И Генка твой. И все. Чего? Мы новых научим. Но не сразу же. Не сразу же, а через годы. Вот. Дайте молодым дорогу. Да прав ты. Конечно. Будущее. Молодым, конечно. А настоящее мне оставь. Тебе мат. Гейм овер. Целоваться будем? Я так и думал. Душа моя, любовь моя, как хорошо, что ты приехала. Как хорошо. Гена, меняем место дислокации, едем в другой клуб. Нет, 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 меняем место дислокации на дом, поехали. Нет, я домой не поеду. Нет. Ну не надо, ну не надо. Нет, только не за рулем. Ну не надо, отдай, пожалуйста. Лен, не волнуйся, ни в какой ночной клуб мы не поедем. Поедем. Через 15 минут привезу его домой. Гена, отвечаешь за него головой. Я жду дома. А я приеду. Ленка, не волнуйся. Ты можешь не шататься? Я не шатаюсь. Че ты напился-то, а? Хороший, я тебя как человека просил. Тихо, 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 отдай ключ. Ключ верни, куда собрался? А я не скажу. Юр, ну ты пьяный. Ну ты соображаешь, что ты творишь? Юр, не надо! Алло? Алло? Привет. Юрий, это вы? Ну что, с мягкой посадкой? Я звонила в офис, никто ничего не знал про аварию. Продолжим интервью? О, Дио, мерси. Вы живой? Как живой? А что со мной будет? Доктор? Доктор, можно вас на секундочку? Доктор! Простите, пожалуйста, а выход здесь? Да, сюда. Сюда? Прямо, прямо. Лена? Спасибо. Лен, можешь не бежать-то? Лен! Куда ты бежишь-то, Лен? Лен! Добрый день. Обувь. Где мне забрать мою, не подскажете? Обувь где взять? Босиком не пойду же я? Понятно. Лен! Форсаж не включай, я босиком все-таки. Что-то не вижу радости в глазах твоих. М? Душа моя. Давай так, домой не поедем, сразу же выйдем. Ты обиделась на меня. Или что? Че молчим-то? А? Ты говорить со мной будешь или нет? Я, между прочим, с того света вернулся. Значит, я нужен для чего-то здесь. Чтобы тебя дальше бесить. Я, кстати, такой вариант не исключаю. Нет, на самом деле, чтобы мы вместе с тобой нашу ласточку в небо подняли. Не отпускает меня генеральный конструктор. Глупо было бы столько лет бороться, чтобы так бездарно сдохнуть за неделю до триумфа. Я бы этого не пережил. Эх, Гордеев. Эх, Гордеев, Гордеев. Ну что, Гордеев? Лен, я тебе обещаю, что после авиасалона все изменится. Ну, свадьбу сыграем, как люди. Дорогая Елена Сергеевна, согласны ли вы взять в мужья этого шикарного во всех смыслах мужчину? Согласна. Властью, данной мне префектурой заогорода Москвы, объявляю вас мужем и женой. И пусть ваш парусник любви плывет по волнам унылого благополучия. Пока смерть не разлучит вас. Кстати, как там Генка? Сильно переживает из-за машины. Ладно, не звони ему, я поговорю. Это ж Генка. Отойдет. Я в офис. Кеды принеси мои и кофе сделай. Дверь закрой. Не понял. Олечка, душечка, я ж тебе в отцы гожусь. Так, а ты что здесь делаешь? Слушай, я тут подумал, может, не стоит в такой день, а? А какой сегодня день? Шаббат, что ли? Неудобняк. Вы что, с ума сошли, что ли, а? Вы что, оргию, что ли? О! Кто-нибудь слышит меня? Кто-нибудь видит? Юра, Юра. Это был удивительный человек. Он был очень добрым. Застенчивым, иногда даже неуверенным в себе. Но он был чутким, отзывчивым. Его очень любили мои дочки, потому что Юрочка никогда не забывал их поздравлять со всеми праздниками. С Новым годом, с днями рождениями. Они даже ласково звали его наш второй папка. Слушай, имей уважение, а выкинь жвачку. Он был настоящим авиатором, который не мог жить без неба. Может, поэтому он рано ушел из жизни. Но самое главное дело своей жизни он успел завершить. Это проект Юг-1. И через неделю весь авиасалон будет рукоплескать его самолету. Юрочка, родной, наверняка ты нас сейчас видишь и слышишь. Юрка, нам очень тебя не хватает. Да. Леночка, примите соболезнования. Спасибо. Ой, извините, это не вам, да. Да, вот ведь как. Ну что, мой хороший, всю жизнь вверх пёр, да? А раньше всех внизу оказался, да? Ну и лежи здесь. Тихонько. Лена! Лена! Я хочу, чтобы вы знали. Я всегда рядом, вы всегда можете на меня положиться. В каком смысле? Ну, в смысле, в вашей ситуации. Самолетик-то все-таки падал. С чего вы взяли? Ну, это не я взял, это общеизвестный факт. Сейчас все об этом говорят. Послушай меня. Любой эксперт может подтвердить, что падение было управляемым. Кого ты слушаешь? Я подумаю. Что значит «я подумаю»? В каком смысле подумаю? Лена! А что смотрим-то все? Что смотрим-то? Что-то не так? Что, в одежде что-то не так? А? Да, босиком. Босиком. Очень удобно. Жарко просто. Жарко. Поэтому босиком. Давай, сюда иди. Давай, 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 давай. Попали. Стой, стой, не пущу, только через мой труп. Сейчас эту штучку. Опа, и все. Сейчас покатается тюлень у нас. Здорово, Ваня. Привет. Слушай, мы тут велопробег с пацанами организовали. Ты как, с нами? Я? Гуманитарная акция в поддержку вымирающих видов Арктики. Вымирающих. Да я бы с радостью, но у меня велика нету. А друзья для чего? Садись. А я с Лехой на райм поеду. А камера зачем? А, камера? А, для отчетности перед Greenpeace'ом. Не тупи. А, круто. Арктику теряем. Ну. Погнали, пацаны. Сейчас поугараем. Ну что там? Спасибо. Привет, Greenpeace. Привет, Телень. Помогите! Помогите! Остановите, пожалуйста! Помогите! Кто-нибудь! Остановите, пожалуйста! Че с сигналом-то? И что? Что теперь? Что теперь мне делать? Нахрена я здесь, если меня никто не видит? Я что, теперь невидимка? Ну дай. Ну дай мне кого-нибудь, с кем не можно поговорить. Ну любого! Идите с дороги! Смотри, куда прешь. Ваня Кузнецов, 8А. Ездить сначала научись, потом за руль садись. Извините, пожалуйста, я не хотел. Парень, стой. Подожди. А ты меня видишь? Я видел, у меня просто тормоза не работали. А рубашка у меня какого цвета? Белая. А ботинки? Вы босой. Ты мой дорогой, а? Меня ж просто никто не видит, понимаешь? Меня похоронили тут недавно. Я сам видел, землю закопали, стояли, цветочки бросали. Ты правда меня видишь? Я пойду, ладно? Не, ну подожди. Стой, парень! Спасите! Парень, подожди! Уйди! Смотри, смотри, тюлень. Он что, привидение видел, что ли? Мальчик, стой! Слышь, пацан, давай поговорим. Помогите! Что за фокус? Там просто дует, я пересел. Извини, что без приглашения, напрямик, быстрее. Ваня, можно войти? Иван! Вхожу. Не подходи! Не подхожу, не подхожу. Вон, видишь, стою здесь. А слушай, мне просто очень нужно с тобой поговорить. Ну, мне самому эту ситуацию, вот. Онлайн-служба изгнания духов. Слушаю вас. Здравствуйте. Пожалуйста, помогите. Меня преследует призрак. Ну, понятно. Вы в курсе, что сеанс платный? СМС на номер отправили? Парень, вот это просто развод. Ну, что ты делаешь? Ну, послушай меня, это развод. Угу, вижу. Итак, пойдем по симптоматике. Чей призрак? Родственник? Историческая личность? Как часто появляется? Историческая личность подходит. Я не знаю, кто это, но это какой-то лысый дядька. И он меня постоянно преследует. Он даже сейчас тут. Смотрите. Привет. Да, да. Какие-то... эманации прослеживаются. Эманации, эманации. Скажите, а он так и будет за мной ходить? Ну, как правило, у них на все про все 9 дней. Так много? Так мало. А он вообще настоящий? Ну, нет, конечно. А как он тогда по полу ходит? Ну, этот вопрос еще не до конца изучен. У них действительно есть такая способность ходить в горизонтальной плоскости, но на 9-й день эта способность исчезает. Он осязаемый, тактильный контакт наступает. И еще как наступает? Перводневка. Перводневка. Непрекаянная сущность. Они, как правило, ищут чистую душу, чтобы использовать ее как пропуск. Вот он за вас и уцепился. А можно его как-нибудь отцепить? Ну, конечно. Идеальный вариант — серебряная пуля. Но огнестрельного оружия, я думаю, у вас нет. А ножи из благородных металлов? Простите, время проходит. Продлевать будете сеанс? Вилка есть! Стой! 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 Вы что, оба с ума сошли? Какая вилка? Слышь, эманация, а почему только этот меня видит? Нет кого поадекватнее-то, а? Стой, 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 стой. Ты же не будешь в гости столовыми приборами тыкать? Есть какая-то элементарная вежливость у тебя, а? Вы не гость, вы призрак, перводневка. Что ты эманацию-то слушаешь? Я обычный человек. Просто меня никто не видит. Да? А что тогда боитесь? А вдруг сработает? Ванечка, а ты чего на цепочку-то закрылся? А это кто? Ой. Господи, дяденька, вам плохо? Извините, я не хотел, честное слово, может быть, вам водички? Кому плохо, Вань? Шикарно мне! А ты что думаешь, я второй раз окочурю, что ли? Извините, пожалуйста. Вань, ты чего, Вань? Вот мамаша, поговорите с ребенком. Нормально это вообще в живого человека? Вилкой тыкает, а потом и извиняется. Так вы же не человек. Вань, ты что меня пугаешь-то, Вань? Давай маме скажи, что тебя преследует привидение. Мам, тут призрак. Ты что, не видишь? Сынок, что делать-то теперь будем? А? У нас с ним не было никогда подобных проблем. Он абсолютно нормальный мальчик. Ну, желудок слабый, это да, темноты боится, высоты, особенно высоты боится. Вы знаете, но когда он начинает танцевать, это он бог просто. Иван, скажи, пожалуйста, а он сейчас здесь? Да, нет, другое? Старик, вот это ловушка. Скажешь да, доучиваться будешь дурки. Здесь. Господи, может быть, это уже ад. Но почему меня видит именно он? При жизни была проблема с кадрами, и сейчас. Случай, в принципе, не единичный. Понимаете, просто, когда мы не можем найти себе друзей, мы начинаем слышать внутренний голос. И вам придется принимать. Да-да-да, мы будем принимать все, что вы нам пропишете. Пожалуйста, я вот сейчас, мне нужно записать, я постоянно... Мама, вам придется принимать этот внутренний голос и даже вступать с ним в диалог. Хорошо. Хорошо, Ванечка, мы же будем принимать твой внутренний голос и вступать с ним в диалог. Мам, ну я же не сумасшедший. А ты уверен? Раздел механики, изучающий взаимодействие тел, называется динамикой. Ладно, допустим, я не человек. Я твой внутренний голос. И я говорю тебе, что сразу же после уроков ты пойдешь со мной и сделаешь одно дело. Динамика рассматривает воздействие одних тел. Я с тобой никуда не пойду. Послушай меня. Я не буду тебя слушать. Что такое, Кузнецов? Ты не хочешь меня слушать? Давай, тогда мы тебя послушаем. К доске. Ты доигрался? Давай, давай. Расскажи нам, Кузнецов, что такое динамика? Ну... Динамика – это… Тишина! Это… Раздел механики. Это раздел механики. Хорошо. Приведи пример основных законов динамики. Примеры… Так, сейчас слушай свой внутренний голос очень внимательно и просто повторяй. Бери карандаши, ручку. Ты чего, Кузнецов? Извини, пожалуйста. Бутылка. Я верну, честно. Так, вон конфетки бери. С меня 2 упаковки. Вон скотч. Ну, тюлень поплыл, конечно. Сейчас я вам покажу принцип действия гидравлической ракеты. А сейчас я покажу принцип действия гидравлической ракеты. Бери скотч, приклеивай карандаши вокруг бутылки. Гидравлическая ракета двигается за счет реактивной силы. Гидравлическая ракета двигается за счет реактивной силы. Под давлением воздуха выталкивается вода. Под давлением воздуха выталкивается вода. Заставляя объект двигаться в противоположном направлении. Заставляя объект двигаться в противоположном направлении. Режь. Чем? Грызи. Секунду. А что он делает? Я вообще не знаю. Готово. И какой закон ты нам сейчас проиллюстрируешь? Поможешь мне? Да. Что да? Помнил. Сейчас я вам продемонстрирую. Закон сохранения импульса. Закон сохранения импульса. В действии. Переверни. Два шага назад сделай. Пять. И маму в школу. Нет, мой самолет вне конкуренции. Заседание – это просто формальность. А зачем мы идем? Вдруг что-то пойдет не так, будешь за меня говорить. А что может пойти не так? Не знаю. Предчувствие плохое. А если я не смогу? Сможешь. Просто повторяй, как на физике. Стоять. Давай-ка сюда. Все мы знаем, что в этом году на государственное финансирование претендуют два проекта. Среднемагистральный самолет КБ Ползунова и опытная модель КБ Гордеева. Как тут много людей. А это не люди. А кто? Чиновники. Садись вон сюда. Но прежде чем мы продолжим обсуждение, я хочу, чтобы вы познакомились с материалом, любезно предоставленным французской телекомпанией Le Neve Le Technique. Пожалуйста. Кино посмотрим. А откуда эта запись? А кто это снимал? Налицо потери управления с последующим крутым пикированием под углом 40 градусов. Вань, давай. Вставай, говори. Падение было управляемым. Молодой человек, сядьте, пожалуйста. Вань! Вань, говори! Охрана, почему посторонних в зал пускают? Говори, падение было управляемым. Давай. Вань, мы же договаривались с тобой. Со всем уважением к члену авиакружка. Да и хрен с тобой, забирайте его. У нас ведь есть еще и свидетельские показания. Госпожа Дервиль была на борту во время этого полета. Эмили? Сначала все было хорошо. Мы пили шампань и... Простите, я не ослышался. Пили шампанское? Да ладно, всего один бокал. И потом самолет резко вниз, и Юрий дал мне свой парашют и сказал «лети». Это акт героик, это мужчина. Я не знаю, как это переживать. Мы должны были видеться после этот кошмар. И он звонил мне, но уже не доехал. Это был его последний звонок. Позвольте поинтересоваться, вы каким образом попали на борт? Что вы там делали? Я репортер, это моя работа. Отличная работа. Я надеюсь, что дело Юрия будет продолжено его друзьями после его смерти. Я тоже надеюсь. В связи с открывшимися обстоятельствами комиссия просит предоставить черный ящик самолета Юг-1. Ну, конечно. Мы все предоставим. Мы не будем ничего предоставлять. Объяснитесь? Я, как руководитель компании, открыто заявляю, Юг-1 снимается с тендера. На Жуковском нас не будет. Спасибо. Лен, ты что творишь-то? Ты что творишь? У вас еще есть время подумать, Елена Сергеевна. До салона в Жуковском еще неделя. Ленка, подожди. Ленка, родная, ну что ты творишь? Лена, мы отдали этому проекту 10 лет жизни с Юркой. Гена, проект закрыт. Ну не веришь мне, не веришь Юре? Давай представим комиссии черный ящик! Ты хочешь, чтобы все узнали, как он там с этой француженкой забавлялся? Ты что, Лен? Лена, я тебе клянусь, ничего не было. Юрка только тебя любил. Значит так, проект закрыт. Пообещай мне, что ты не притронешься к черному ящику. Я уезжаю в отпуск. Ты за старшего. Наслаждайся. Эх, Юрка, Юрка. Доигрался ты с бабой. Как говорится, хозяин барин. Хорошо. Слушай. Коллеги, тогда... Не мог этот Гордеев просто так взять и помирить. Чего-то они задумали. Узнай-ка, где стоит их консервная банка. Это что у тебя? Ничего. Голландец, обиделся из-за Элика, что ли? Мой косяк, признаю. Ладно, проехали. Это же костюм для бальных танцев, да? Ну, да. Обожаю бальные танцы. Танго, самбрелла, сальс, начес. Начес? Я ведь мечтал танцевать. Родители не разрешили. Говорят, сердце слабое. А у меня костюм такой висит дома. Иногда надеваю. Хочешь, я тебе кое-что покажу? Длинный позвоночник, грудной отдел открыт, руки в зоне видимости. Начача раз, шаг в сторону, левая рука к себе, правая от себя. Все, да, все, да, понял? Чача раз, два, три, чача раз, два, три, чача раз, два. Ванек, что-то не воткну никак. Давай я лучше засниму, а потом дома отзеркалю. Ну, давай, сейчас быстренько. Хорошо. Все, сейчас смотрю, все, давай. Ну, как? Круто? Круто. Красава, Тюлень. Я все снял. Сейчас по линке видос кину, она проникнется. Нет, пожалуйста, не надо по линии. Отдай. Тюлень. Отличное выступление. Порадовал своих друзей. У меня нет друзей. Да? А ты леопардовые лосины не пробовал напялить? Ты знал, что они все там, и ничего мне не сказал. А это тебе на пользу. Ну, ты меня прости, но ты правда тюлень. Они же используют тебя. И ты меня тоже используешь. Пользовал. Все так. А ты используй меня, и тогда Полина будет с тобой. Это невозможно. Старик, прости за то, что накричал на тебя там в министерстве. Ты тоже меня пойми. Всю жизнь идешь к одной цели. За неделю до триумфа, бац, катастрофа, больница, гейм-овер. И единственный человек, от которого теперь все зависит, какой-то дебил в стразе. Прости. Да. Фигово тебе. Вот. Вот в этом твоя проблема. Ты совсем соглашаешься. А что я должен был сказать? Я не знаю. Первое, что придет в голову. Сам ты дебил. Ты палку тоже не перегибай. Ну, Максим, я вам не переговорю. Ты единственный, кто меня видит. Вот это вот и пугает. Так. Вань! Это она ж мне, что ли? Тебе. Ты так напрягся-то? Ну, у нее сегодня днюху можно пригласить. Слушай, что там с моим рефератом по литературе? Сейчас. Ты что, за нее домашку, что ли, делаешь? Не вздумай сейчас понимать ее. Вот не вздумай просто. Скажи, что не сегодня, говори. Как это? Что как? Ну ты же обещал сделать реферат по литературе. Я на тебя рассчитывала. Нет, я... Девочки ценят не тех, кто делает для них реферат, они ценят тех, кто не ценит их. Поэтому я сейчас уберу ладонь, и ты весело скажешь: дорогая, сегодня не получилось. Дорогая, сегодня не получилось, извини. Да. И что теперь? У тебя срочный звонок. У меня срочный звонок, мне пора идти. Вот и иди. Вань. Что? Слушай, у меня же днюха сегодня. Может, зайдешь? Запомни простую вещь. Ты главный. Все зависит только от тебя. В книжках про любовь могут писать любую ересь, но ты должен знать правду. Женщины любят наглых. Давай там. Загадывай. Желание загадывай. О, тюлень. О, этикет с ними. Привет. Поздравляю. Спасибо. Слушай, я буквально на секунду. Просто хотел тебе кое-что подарить. В подарок на улице выйдем на минутку. И когда будешь уходить, не вздумай оглядываться. Даже если очень хочется. Реально думаю, что Полинка пойдет. Даже если вообще капец, как нужно обернуться. Не смей этого делать. Важно создать интригу. И где твой подарок? Заставь ее почувствовать, что ты доминируешь, а она подчиняется. Пошли. Далеко? Она должна привыкнуть делать то, что ты сказал, и следовать туда, куда ты ее ведешь. Ну, долго еще? Давай, давай. Все ждут вообще. Цена подарка, по сути, не имеет значения. Встань вот сюда. Зачем? На самом деле девушке нужно только одно. Слушай, я... Улыбнись. Ощущение, что все, что ты делаешь, делается для нее лично. Такой заказ здесь только в эту минуту. Только с этого места. И только в твой день рождения. Ради этого ты меня сюда притащил? Это моя лучшая фотка, и я потом скину. Это моя лучшая фотка, и я тебе потом скину. Все, надо уходить. Она наша. Стой, ты куда? Мне пора. Мне пора. А может, прогуляемся? Прогуляемся? Вань, не вздумай. Не вздумай тебя. Ты что делаешь? Рано, я тебе. Рано, не делай ты этого. Конечно, бейба. Угу. Бэйба. Все, это конец. Ничего подобного. Все просто супер. Ну, кто ж так делает? Только познакомился с девушкой и давай сразу полез целоваться. Какой познакомился? Я если уже 7-й год в одном классе учусь. Ну и что? Она тебя первый раз увидела. И последний. Ее ладонь помнит твою щеку, а это контакт. А мне что теперь делать? Ну как что? Я ж тебе помог. Теперь твоя очередь. Вообще-то там. Юг-1 это мечта, не более того. Мы же хотим сразу в будущее, да? С короткого стартом. А так не бывает. Но ведь были инвесторы, они финансировали этот проект. На что вообще угодили? Вы знаете, я не удивлюсь, если через пару лет где-нибудь в Бразилии объявится человек, очень похожий на Юрия Гордеева, в тот момент, когда Юг-1 уже все забудут, и денег никто не будет спрашивать. Так, 7-й сектор, где-то здесь. Ага, вот, слева, пролезай. Смотри, берешь черный ящик, это вот такая где-то флешка, и потихонечку уходишь оттуда. А ее можно брать? Это ж мой самолет. Но ты вообще-то умер. Пожалуйста, можно мне постоянно не напоминать об этом? А твой друг Гена, он не может взять? Может, но не будет. Он слово, видите ли, дал. Тюлень вроде тебя. Да, мы такие. А, код 580414. Ух ты. Это ты придумал? Нравится? Круто. Туда? Сюда? За мной иди. Сюда жми. 803-07-0. 0. А где черный ящик? Так он и есть. А ты что думал, здесь лакированный сундук найти? Бери и пошли. Что это? Может, Генка решил самолет в Жуковский перевезти? Меня? Мама дома ждет. Это не Гена. Нас в ангар Ползунова тащит. Это сволочь украла мой смайлик. Что теперь будет? Разберет на запчасти и до свидания, Жуковский. Нет, с нами что будет? Со мной. Ты машиной управлять умеешь? Почему ты... Садись за штурвал. Нет, я никуда садись. Садись. Ты что, не понял? Это угонщики. Они... свидетелей не оставляю. Батареи. 1, 2. Топливные насосы. Отлично. Высылаем отбор воздуха. Инерциалка. Сядь. Программируем бортовой компьютер. Запуск двигателя. Кран правый. Подожди. Левый. Мобилу потерял. А ничего, что она денег стоит? Из-за краешка. Ты сначала иди сам мобилу себе заработай, а потом теряй. Молодец какой. У тебя под левой рукой тиллер. Поворачиваешь налево, самолет уходит налево. Поворачиваешь направо. Подруливать можешь педалями. Ставишь правую на правую, левую на левую. Толкаешь вперед правую, подруливаешь вправо. Толкаешь левую влево. Тормозить, как на машине. Все запомнил? Наизусть запомнил? Я никуда не поеду. Когда тебе надо было помочь с физикой, я в лепешку разбился, но помог. Но это ведь не то же самое, что красть самолет. О, все, подай-ка руку. Смотри, видишь эти ручки? По моей команде. Я не смогу. На себя ручки. По моей команде. Приготовились. Все, давай, на себя. Как она могла потеряться-то, непонятно. Вот такая лопата. А папа в своей жизни ни одну вещь не потерял. Потому что папа знает, как деньги зарабатывать. Убираем реверс. Вот так. И теперь тяги чуть-чуть. Вперед, чуть-чуть. Вот так. Давай, дилером направо. Правая нога. Правая нога, это правая нога, Ваня. Я понял, не кричи. Вот так. Вот, все. Ни влево, ни вправо. Вот просто держи его прям. Ага, вот так. Вот. И прямо идем. Ага. Может, фары включить? Не надо. Теперь тиллером влево, подруливай левой педалью. Чуть-чуть вперед от тебя. Вот. Все. Теперь тиллером правее и правую педаль. Вперед. Чуть-чуть. Тягу убираем, чуть-чуть, вот так. Все, выравнивай. Вот, а теперь готовься педали. Плавненько, как в машине. Нажимаем двумя ногами и... давай. Тормози, вот так. О, давай. Ну вот, приехали. А ты боялся. Ну, что там? Да вроде нормально. И что теперь? Ну что, пошлем Генке СМС, что самолет у нас, а то у него инфаркт, наверное, уже. Завтра ему флешку передашь. Вот сюда. Давай. Ваня, иди сюда. Иди. Да не бойся ты, давай, я тебя держу. Давай. Прыгай. Туда теперь. Давай. Меня мама убьет просто. Где я был? Ночь на дворе. Прорвемся. Ну и где мы были? Биологию в школе учили. Биологию в школе учил. В глаза мне посмотри. Хорошие, честные глаза. Хорошие. Тема. Тюлени. Угу. Учебник дай сюда. Да, сидишь. Сейчас мы на твоих тюленей полюбуемся. Сейчас. Где там они у нас, тюлени? Где же они тут прячутся? Вот, нашла. Ушастые тюлени. Пожалуйста, я слушаю. Пожалуйста. Ушастые тюлени. О. Передвигаются под водой. Махая передними ластами. И выписывая кульбиты гибким телом. Отличительные свойства. Тюлени обладают развитым головным мозгом, хорошо поддаются дрессировке, в брачный период развивают повышенную активность. А затем ложатся на лед? А затем ложатся на лед и лежат так много дней, не заходя в воду. Молодец. Молодец. Вот мамины гены, а. Вот я всегда знала, что ты у меня сообразительный ум. Я совершенно такая же, как ты была. Слушай, ну я же, представляешь, я же за ночь в детстве выучила таблицу Менделеева. Вот, молодец. Сейчас тебе сладенького делаю, сейчас чайка тебе поставлю, сейчас чуть-чуть. Так. Повезло тебе с генами. Правда, повезло. Вот тебе сладенького, вот тебе чай. Ай, красавец мой. Вот весь мам. Кушай котлетку, застыл он. Геннадий Ильич, звонили из ГУВД, говорят, подключились к поискам. Просили не волноваться. Да, спасибо. Я пойду? Конечно. Здрасте, Оленька. И до свидания. Да. Не ожидал. Это ж сколько амбиций в человеке, а? Да. Кто бы мог подумать, а? Ты меня просто потряс. Потряс, можно сказать, до глубины души своим коварством. Ох, коварный. Взял и перехватил самолет, а? Так это вы? И ведь как он быстро, вовремя сориентировался, а? Красавец. Через голову Лены Сергеевны славе пробиться. Молодца. Предположим, Геннадий Ильич, ты прилетишь в Жуковский. Ну хорошо, предположим. Получишь инвестиции. Предположим. И как изменится твоя жизнь? Никак. Как был рабом дяди Юры, так сейчас рабом и останешься. Теперь только тети Лены. А жить тебе надо как-то. Так что у меня есть для тебя альтернатива. Хочешь узнать, какая? Нет, не хочу. Я так и думал, поэтому скажу. Мне нужен новый начальник управления. Профессионал. С опытом работы. Я понимаю, ты можешь сразу не соглашаться. Конечно, конечно. Но ты подумай. Подумай о дочках, подумай о себе. Раскинь, как говорится, мозгами. Да, кстати, прошу учесть, алкоголики у меня долго не задерживаются. Я около туалета, а ты где? Я здесь. Привет. Гена. Ваня. Ваня, я тебя узнал. Ты же тогда выступал перед комиссией. Что, Ванюш, авиацию увлекаешься? Не особо. Меня просто Юра заставил. Понятно. Ванюш, где самолет-то? Вся информация на флешке. А где флешка? У меня в рюкзаке. Прекрасно. И что я должен сделать? Ты же можешь посадить Юг в Жуковском? Ползунов похоронит его рано или поздно. Ты же понимаешь, Ген. Вы же можете посадить Юг в Жуковском? Ползунов похоронит его рано или поздно. Вы же сами понимаете. Вань, конечно. Я же пилотирую не хуже, чем Юра. Не волнуйся, я все сделаю. Я посажу его обязательно. Ты флешку давай. Круто, сейчас. Ген, брат. Ну что, мы сделали это. Спасибо. Ты кому пишешь? Вань, беги. Вань, беги! Он предатель! Беги отсюда! Извините, мне Пора. Так, только стоять. Ты куда намылился? Ты куда намылился, а? Мне на физику надо. Давай сюда флешку, вали на свою физику. Что с тобой, Гена? Да как же ты мог? Ген, да ты вспомни, как мы вместе в одной общаге Гена, жили с тобой. Помни, как вкалывали мы по 18 часов, как мечтали с тобой, Гена, с тобой. Мы как мечтали построить свой самолет. Да чистый, Гена. Как смеялись над твоей дурацкой курочей шапкой. Ген, я тебе этого никогда не говорил. Ну, не знаю, ну не мог. Я тебе благодарен, Ген. Очень благодарен. Ты же единственный, кто в меня поверил. Я все помню, Ген. Я все помню. И про эти 3 месяца в общаге, как мы с тобой сидели без стипендий, как жрали только одни сухофрукты, которые твоя бабушка из Воронежа присылала. Помню я все. Хорошо помнишь, да? А ты теперь вспомни, почему мы жрали одни сухофрукты 3 месяца. Потому что кое-кто, а в данном случае ты, гусар хренов, ты всю нашу степуху потратил на цветы и шампанское. Че ты замолчал, забыл? Как ты все ночи напролет шарахался по своим девкам. А я учился за тебя, я с тебя экзамены сдавал. Но самолет-то мы построили, вместе построили, Гер. Вот именно вместе. Вместе? А как ты его назвал? Юг-1. Один. Юрий. Гордеев. Один. Ты про меня хоть раз вспомнил? Друг называется. Эгоисты. А не друг! Ты всегда думал только о себе! Все для тебя, для меня ничего! Ты просто сволочь! Я позже зайду. Стоять! Пожалуйста! Поберегись! Там псих! Иван, остановись! Все, ушел. Давай назад. Нет, я боюсь. Вань, ты только вниз не смотри. Уже. Так, слушай меня. Маленькими шажочками. Боюсь. Тихо. И вот так вот правее. А рукой за раму держись. Осторожнее, осторожнее. Молодец. Стоять, я сказал! Стоять! Пусти! Гасить тюлень отжигает, ласта решил склеить, сетя походу. Что делать-то? В глаза смотри мне, в глаза смотри. Я тебя держу, тебя. Оттягивайся, Давай, молодец. Вот так вот. Слышь, парень, ты там поаккуратней. Главное, флешку не урони. Она хрупкая, вдруг случайно разобьется. Это блеф, черный ящик не бьется. А я-то пьюсь. А ты танцор. Держи равновесие. Пожалуйста, спасибо. Извини, пожалуйста. Ваня! Ну не валяй, дурак. Ну иди ко мне. Ну сделай шаг. Давай, Ваня. Вот потихонечку, маленькими шарочками. Раз. Ваня! Ваня, я здесь. Да. Смотри на меня и слушай только меня. Очень внимательно. Спасибо. Ты абсолютно одинок. Я абсолютно... Жизнь бессмысленна, но это... Самая прекрасная пора ходить в мир иной. Просто нужно... Иван, хватит жить. Ты должен умереть. Слышь, мужик, что ты несешь-то? Я не хочу умирать. Да нет, другое. Дайте это все из-за меня. Да? Вань, ты меня слышишь? Не делай этого, пожалуйста. Я знаю, что это из-за меня. В смысле? Надо было тебе сразу сказать, что ты мне нравишься. Вот, молодец. Видишь, ты девочке нравишься. Если хочешь, можем встречаться. Можем даже на дискотеку вместе пойти. В субботу, в школе. Пойдешь? Ну, ты ведь танцуешь как бы неплохо. Конечно, Полин. Сейчас я иду. Подожди! Стой! Стой! Смотри, мужик тоже. Ты что, разбился? Тюлень, красава! Лицо, проспект! Ловление меня скоро. Подождите, как мальчик? Иван, все в порядке с мальчиком. Спокойно, Юра, Гордеев и мальчик, они знают, где самолет. Мне нужно участвовать в допросе мальчика, обязательно. Хорошо, не волнуйтесь, все будет хорошо. Все, возите. Здесь отдохни пока. Ну и что теперь? Ты реально пойдешь с тюленем надискать? Да нет, конечно. Ты что, просто надо уже что-нибудь сказать. А я поверил, да? Молодец. Что? Как что? Не отдали же. А полетит кто? Меня нет. Генка предатель. А я? А что ты? Ты сейчас серьезно? Ну, конечно. Ты же высоты боишься? Да не, уже не боюсь. Вань, чем они тебя напоили, а? Да ничем не напоили, господи, делов-то. Возьмешь мой палец, понажимаешь кнопки, которые нужно, а я тебе помогу, если надо. Давно бы так. А что вдруг? Полинка меня пригласила, меня как будто током шарахнуло, будто подменили меня. Мы же теперь встречаемся, понимаешь? Мы вместе. Ой, я забыла. Спасибо тебе, Юрка. Помог. Полина. Ну хорошо, только одно условие. Да легко. Пока никаких контактов с Полиной. Что, вообще никаких даже в скайпе? Вообще никаких. Ты желанный трофей, вожделенный приз, а самое главное, молчаливый тюлень. Готов? Готов. Угу. Так, ну все, едем. Дамочка! Ванечка! Дамочка, что происходит? Мама тебя спасет, выходи оттуда. Будьте добры, машину уберите, пожалуйста. Куда не поедешь? Куда? Вот дави меня, не поедешь. Это моя мама. Выходи, с ней лучше не связывайтесь. Ваня, выходи. Через мой труп сказала. Ну давай, соври уже что-нибудь. Пора взрослым становиться. Скажи, ребята прикололись, заперли в классе. Мам, это ребята просто надо мной прикольнулись, заперли меня в классе. А мне же на танцы сегодня? А мне же на танцы сегодня. Вот я и вылез на карниз, чтобы через другой класс зайти. Просто в последнее время так влился, очень не хотелось пропускать. Что, правда, прям втянулся, да? Прям втянулся? Ванька, это хорошо как... Вот что значит кровь не вода. Я же как ты была такая же безудержная, понимаешь? Я вот в детстве, у нас в моем городе не было танцевальной школы. Мне приходилось в другой город ездить на электричке. По 3 часа, представляешь, туда-обратно, туда-обратно. Видишь? Что бы то ни было, главное там, зима, найти тему. Весна, осень, лето, снег идет или солнце. Мама, я танцы мое призвание. Потому что, милый мой, ничто не может останавливать человека на пути к его мечте. Понимаешь, ничто. Мам, танцы — это мое призвание. Свет софитов. Свет софитов. Зажигательные ритмы. Зажигательные ритмы. Танцевальная площадка. Да, да. А ты такой выходишь. Грудной отдел открыт. Да, ручки в зоне видимости. Длинный позвоночник. Ножка выворотна и... Чача. Раз, два, три. 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 Еще раз повтори, пожалуйста. Повтори еще раз. Ча-ча, раз, два, три. А, ча-ча, раз, два, три. Ча-ча, раз, два, три. Ча-ча. А ты ведь слышишь, что ты перестал зарекаться, милая, а? А. Ну, да, наверное. Молодец! Все здорово, Ванька, все правильно, все мы с тобой правильно делаем. Надо верить в мечту, надо обязательно верить в мечту, Вань. Да еду я, господи, чебебикают-то. Гена, береги ногу, успокойся. Андрей Павлович, этот мальчик говорит словами Гордеева. Этот мальчик говорил, как Гордеев. Ну что с того? Я точно знаю. Тихо, тихо, тихо. Я точно знаю. Там после смерти что-то есть. Там после смерти что-то есть. Ну и пусть. Главное, чтобы после смерти никто не садился за штурвал самолета, не гнал бы в Жуковский. Ты же не собираешься этого делать? Нет. Вот. Потому что ты теперь серьезный человек. Андрей Павлович. Да. А ведь этот мальчик и есть Юра. Так, сколько у него давления? 180 на 90. 180 на 90? Гена, это много. Это кошмар, Гена. При посадке скорость уменьшается, и подъемной силы крыла уже не хватает, поэтому надо выпускать закрылки. Короче, вот тут два тумблера, левый и правый, понятно? Самое главное – привыкнуть к ощущению полета. Я уже привык. Да? Один раз прыгнул и привык? Да нет, просто мне уже ничего не страшно, понимаешь? Вань, вот только не надо этого, ладно? Ты мне сейчас все испортишь. Ну, пожалуйста, один звоночек, честно. Никакого звоночка. Пусть мучается. А я вот в книжке читал, что мы в ответе за тех, кого приручили. Ерунду ты всякую читаешь. Давай, штурвал на себя. Так, давай. Поплавней, вот просто можешь держать поплавней. Да, сейчас. Выровнять ее. Выровни ее. Выровни ее. Что ты дергаешь? Бессмысленно все. Бесполезно. Круто. Дух Сент-Луиса. Поможи. Курсы глиссадная система обеспечения захода на посадку. Вот, и теперь давай, не дергай, не дергай. Вот. Теперь медленно налево уходи, медленно. Поднимаемся наверх, медленно вниз, класс. Индикация в кабине. Индикация представляет из себя два рубика КДС. Если оба ромбика сходятся в центре прибора, то самолет садится правильно. О, видишь, на второй круг пошло. Значит, садится без ромбиков. Это уже сложнее. Мое самое любимое место. Я часто сюда приходил. Представлял, как сажусь на Жуковский, а через все поле ко мне журналисты бегут. А я такой 3 ступеньки вниз и такой ровной походочкой. А вокруг вспышки, журналисты, восторженные лица. Класс. Ну, а теперь спать. Завтра Жуковский. Юр, а почему самолеты? В пионерлагере я до глубокой ночи с открытыми глазами лежал. Представляешь, весь отряд спит, вокруг лес, темно, тихо. И вдруг вдалеке такой. Сначала тихо, потом громче, и громче, и над крышей прилетает и удаляется вдаль. Каждую ночь в 3:15 над нами один и тот же транспортник летал. Я ему фонариком раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три. Представлял, что там пилот сидит такой, небожитель, и ждет, пока ему Юрка Гордеев из 3-го отряда просигналит. Я бы тогда все на свете отдал, чтобы с ними вместе в кабине оказаться. Знаешь, ты первый, кому я об этом говорю. Подожди, а ты куда наряжаешься-то? Сегодня же дискотека. А Жуковский? Я успею. Нет, никуда ты не пойдешь. А что подумает Полина? Ну, подумает, что ты брутал, альфа-самец. Да ладно, я всего лишь на минутку. Скажу, что у меня важное дело. Буду просто самцом. Она же меня ждет. Переживает, наверное. Как она там без меня? Одна. На дискотеку? Нет. Жди меня здесь, через час выдвигаемся. Моя жена, она живет в мужском мире, в таком мужском треугольнике. И для нее действительно пермутик, потому что в нем попадает все. Игрушки, носки, майки, нервы, сон, ее мечты, сходить в салон красоты. Потому что у меня-то двое детей, а у нее вместе со мной трое. Люблю с детьми играть в войнушку. Такую безобидную войнушку в трехкомнатной квартире. Кидаемся подушками, гранатами, та-да! Стреляем из пистолетов. Тихо-тихо-тихо-тихо! С невидимых басу. Бросается на перевертое кресло, как на танк с криком. Ура! Ага! Ага! О! Ну ничего! О! Мам, я на дискотеку. Мам. Я все знаю. Мам, я… Ванечка, как же так? Ты должен был прийти ко мне и рассказать все, как своему другу, потому что я единственный, надежный и верный твой друг, слышишь? Я просто боялся, что ты не поймешь. Мама все поймет. Все. Кроме этого. Мам. Там такая глупая история с этим самолетом. Но я ж не знал, что мне придется… Я позвонила Герману Львовичу. Он мне сказал, что ты целую неделю, Ванечка, целую неделю не посещаешь бальные танцы. А ведь это предательство, Вань. А ты помнишь, как мы с тобой мечтали? Помнишь? Ванечка, 3 годика. 5 лет. 11. Вань… Тебя когда рожала, я же все поняла. Я когда тебя увидела, я поняла, каким ты станешь. Как тебя будут показывать по телевизору, Ванечка. Во всем блеске твоей красоты, Ваня. Мам. А? Я все. Я больше не надену эти стразы. Никакой дискотеки. Иван, я... Ванечка? Ванечка, не играй с мамой в прятки. Мамины гены. Ну ты дал, тюлень! Страшно было прыгать. Ерунда! Можешь, пожалуйста, включить микрофон на пару минут? Погодите минуточку, минуточку. Спасибо. Полин. Я никогда не думал, что смогу это сказать с такой легкостью. Но 3 дня назад все поменялось, и теперь я самый счастливый человек на свете. Полина, я тебя люблю. Извини, я сегодня не смогу быть с тобой весь вечер, у меня просто важное дело, это пока секрет. Потанцуем? У тебя что, реально башня течет? Ты никому не нужен. Она специально сказала, что ты не спрыгнул нафиг. Тебя пожалели, придурок. Пойдем? Я сейчас, подожди. Нахрена ты сюда приперся? Мы же договаривались. Она меня ждет. Она тебя не ждет. Послушай, она сама мне сказала, что я ей нравлюсь. Она это сказала из жалости. Я сам слышал, там, во дворе. Ты ей не нужен. Дебил. Сразу. Вань, Вань, ты не дебил, я дебил. Я дебил со своим самолетом этим. Горел бы он. Тебя же словно подменили с этой Полиной. Я хотел тебе сказать, но побоялся, что ты откажешься. Я тебя ненавижу. За люди такие, женщины. Он в бездну из-за тебя шагнул. Сиганул с 4-го этажа. Он, между прочим, высоты боится. Высоты боится! Ты одно слово сказала, и он прыгнул. Стас, извини, мне нужно отойти. Ну, давай. Алло, Вань? Извини меня, пожалуйста. Я все понимаю, Полин. Но я справлюсь, не переживай. Один раз ты мне уже помогла, там, на карнизе. Теперь я сам. Стой, ты где? Я улетаю. Куда улетаешь? Да скоро вернусь, пока. Алло, Вань! Ваня! Улетаешь? собрался, а? Отбой, мы никуда не летим. Там тебя Полина ждет, я все исправлю. Пошли. Вань, ты что, думаешь, у тебя времени много? Времени совсем мало, Ваня, поверь мне. Твое место сейчас не здесь, а там, рядом с ней. Закрылки в единичку. Ничего тебе не скажу. Стой, я говорю! Там погрузчик! Разгона не хватит! Ты не взлетишь! Остановись, ты черт! Закрылки в двойку! В двойку! На себя штурвал! На упору! Давай, иду! Давай, давай, давай! Вытягивай! Пошли, пошли! Скорость падает. Ваня, у тебя скорость падает. Валимся. Штурвал в горизонт. Да не могу я снижаться, там дома высокие. Давай вправо, между ними пройдем. Вправо заваливаем, крен. Ничего. Влево давай. Пошел, пошел, выравнивай. Выравнивай. Вот так. Вот так, шасси. Режим номинальный. Руды на себя. Закрылки в ноль. Ну все, летим. Фу. Через 5 минут Жуковский. Вань, может, поговорим? Заканчивает свою пилотажную программу и заходит на посадку самолет КБ Ползунова П-3. Благодарю за оказанную честь. Ну, что тут скажешь? Выигрывает сильнейший. Так и должно быть. Копия приказа о вашем назначении. Хотя в этом году было непросто. Представьте себе, да, трудишься, трудишься, доводишь продукт до ума, а тут вдруг появляется сказочник, который начинает лепить небылицы про бумажные самолеты, которые взлетают из песочницы. Ну, смешно даже. Кстати, позвольте вам представить Геннадий Ильич, наш новый генеральный конструктор. Он теперь и будет делать то, что действительно взлетает. Скажешь пару слов, нет? Садиться будем по курсу к глиссадной системе на 30-ю полосу. Настраивай частоту. 110 и 9. Посадочный курс теперь. 302. Да. Все. Ромбиков нет. Как нет? КГС кто-то отключил. Мы не сядем. Надо уходить в Шереметьево. Я верю, что настанет день, когда мы все услышим над этим аэродромом мощный гул двигателей самого лучшего в мире на сегодняшний день самолета, самого технологичного и инновационного самолета Юг-1 компании Юрия Гордеева. Визуально ты не сможешь. Не получится у тебя, Вань. Давай уходим на Шереметьево, там живыми останемся. Что говорит, что включили КГС? Какой КГС? Какой КГС? У нас вон топлива не хватит, круги здесь нарезать. Что говорит, что включили КГС? Вот они, мамины гены. Бери, вон, надевай наушники. Что он вытворяет? Новичок, что ли? Такой без курса глиссатной системы не сядет. А система-то эта отключена. Частоту вводи. 125-25. Говори, Жуковский, вышка, Юг-1. По буквам. Юрий Гордеев 1. Юрий Геннадий 1. Прошу аварийную посадку на 30-ю полосу. Тип захода КГС. Ты куда рванул? Скороход! Жуковский, вышка. Юрий Геннадий 1. Прошу аварийную посадку на 30-ю полосу. Тип захода КГС. Юрий Геннадий 1. Прошу аварийную посадку на 30-ю полосу. Тип захода КГС. Жуковский, вышка. Да стой, тебе говорят! Стой! Жуковский, вышка. Юрий Геннадий 1. Да все равно не выйдет ничего! Ваня, остановись! Тип захода КГС. Остановись! Нет там никого, никто тебя не слышит. Ты болен! Жуковский, вышка. Юрий Геннадий 1. Прошу аварийную посадку на 30-ю полосу. Тип захода КГС. Жуковский, вышка. Юрий Геннадий 1. Прошу аварийную посадку на 30-ю полосу. Тип захода КГС. Сейчас я. Жуковский, вышка. Юрий Геннадий 1. Прошу аварийную посадку на 30-ю полосу. Тип захода КГС. Жуковский, вышка. Юрий Геннадий 1. Прошу аварийную посадку на 30-ю полосу. Тип захода КГС. Уходим на Шереметьево. Вводи частоту. Ромбики. Вижу ромбики. Жуковский, вижу ромбики. Спасибо. Держи в центре. Идем на посадку. Малый газ. Парень, ты что, один был? Что-нибудь беспокоит? Как себя чувствуешь? Нормально? Нормально. Голова не крутится? Скажите, кто управлял самолетом? Все вопросы после осмотра. С дороги! С дороги! Пропустите! Пропустите меня! Отойдите! Аккуратно! Уберите вы микрофон! Отойдите отсюда! Юрочка, родной, ты как? В порядке? Нормально. Юра, как ты в этого пацана залез? Случайно. А надолго? Юра, Юра, брат, ты меня прости за все, Юрочка. Гена. Как друга прошу. Отвлеки репортеров. Хорошо, сейчас. Сейчас, Юр. Так, дамы и господа, минуточку внимания. Итак, теперь вы можете задавать любые вопросы. Юр! Юра! Юр, Не уходи. Пора, Вань. Кончилась моя эманация. Что с тобой теперь будет? Главное взлететь, а там разберемся. Подожди-ка, а ну подожди. Как там твоя ча-ча-ча? Грудной отдел открыт? Давай, давай. Грудной отдел открыт, длинный позвоночник, руки в зоне видимости. Давай дальше. Чача, раз, два, три, чача, раз, два, три, чача, раз, два, три. Молодец, старичок. Танцы не бросай. Тяга, закрылки, пошел. Полит! Извини, что я вчера убежал. У меня просто очень важное дело было. Вань, я тогда тебе звонила, я хотела сказать, что я хорошо отношусь к тюленям. Исчезающий вид, если что. Знала? Пойдем. Ты что, опять заикаешься? Да не, просто очень холодно. Она словно пуля, главное не промахнуться. Про первую любовь ты будешь вспоминать с улыбкой, как про ту сказку с золотой рыбкой. Не пытайся заставить себя полюбить. В этом нет смысла, это нужно отпустить. И не стоит копаться в своих страданиях. Когда будешь участвовать в соревнованиях, будь первым. Стремись к невозможному, по жизненному пути ветвистому и сложному. Иди уверенно. Не бойся ошибаться, не бойся чего-то не знать, за что-то новое браться. Не бойся жить, не бойся задавать вопросы. Бери от жизни все, увеличивай запросы. В трудную минуту не бойся просить о помощи. Плыви, твоя лодка не должна быть тонущей.